Доброго здоровья, дорогие друзья! С вами снова Леонид Набриенко. Продолжаем видеообзоры по новинкам массажных кресел и массажеров. Сегодня у нас вот такая замечательная новинка – подушка Una Touch. Необычный, скажем так, подход. Хороший подарок. Если не знаете, с чего начать, хотите кому-то сделать какой-то приятный, полезный подарок, то, наверное, очень хороший вариант для теста, чтобы понять вообще, насколько подходит вам массажные технологии, да, будущего. Здесь есть также ролики, да, они не сказать, что очень сильные, но, в принципе, какое-то воздействие точно есть, и для своего сегмента очень даже неплохо. Плюс можно заказать любую форму обивки, цвет, в зависимости от вашей мебели, предпочтения, тоже есть свои плюсы. Ну, плюс она очень компактная, удобная, куда хочешь, с собой взял. На стул положил и наслаждаешься. Ну вот, сейчас мы попробуем. Если сразу непонятно, с какой стороны ее брать, я хотел вначале на ней сесть, ну, видимо, вот с этой. Ставим себе под спину, под поясницу, прижались на стульчике, и можно спокойно расслабиться. Не скажу, что какое-то сильное воздействие, вот, прям глубоко, наверное, не проминает, но, наверное, зависит от того, как сильно вы к ней будете прижиматься. В принципе, если сильно прижаться, то что-то там почувствуете достаточно. А так, достаточно такое щадящее, лайтовое проминание идет, но идет все-таки. Движение, ощущение чувствуется. То есть однозначно кровоснабжение восстанавливается. Если есть какое-то напряжение, то тоже достаточно комфортно. Ну и всю спину можно так себе проработать, в принципе. Передвинули повыше. И опять-таки можно спокойно наслаждаться. Вот. Ну, единственное, непонятно, почему подушка, кроме того, что вы на ней, наверное, просто когда она выключена, можно на ней спать. Потому что спать под жужжащий механизм, наверное, не очень прикольно. Вот. Ну, а просто полежать. В принципе, она достаточно плотная, комфортная. Вполне даже можно. Ну, на голову механизм класть не очень приятно. Поэтому просто спать, выключили механизм, и спать вполне нормально. Ну, а для спины попробовать очень оригинальный, хороший подарок для близких. Поэтому рекомендую. Смотрите наши обзоры, будем выделять разные новинки, их особенности, их недостатки. Постараемся максимально быть полезными. Если будут какие-то вопросы и пожелания, пишите, мы обязательно постараемся для них снять интересные видео. Так что до встречи, всем здоровья!